Самые современные школы. Уже в апреле здесь начнут работать секции дополнительного образования. С начала учебного года 1200 детей пойдут учиться в новые школьные кабинеты. Учебное заведение в микрорайоне Новая Самара построено в рекордные сроки благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда». В разных районах города введено в эксплуатацию 464 тысячи квадратных метров жилья. Но не только это. Национальные проекты позволяют обустроить практически все сферы жизни. Итоги сегодня обсуждали в городской думе. Один из ключевых нацпроектов – производительность труда. В течение года администрация проводила работу по оказанию предприятиям новых видов поддержки. Национальный проект дает возможность бесплатно привлечь на предприятие лучших российских экспертов в области бережливого производства для создания условий по повышению производительности труда. Получить льготное финансирование инвестпроектов, годовая процентная ставка составляет 1%. Получить налоговый вычет налога на прибыль в отношении расходов на осуществление инвестиций в основные средства, приобретенные после 1 января 2020 года. 45 городских дорог отремонтировано по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 12 общественных территорий и 53 двора приведены в порядок по программе «Комфортная городская среда». Продолжается реализация муниципальной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Самара участвует в оздоровлении Волги, проводя реконструкцию городских очистных сооружений. Хорошую поддержку получили учреждения культуры и спорта. У нас уже в перспективе это плавательный бассейн. Значит, муниципальный, я сделал акцент, муниципальный. Вы понимаете, что параллельно развиваются и объекты и культуры, и спорта, и образования, и высшей школы в рамках и региональной составляющей, в рамках федеральной составляющей. Это дворец спорта, да, так сказать, который мы в 2021 году, значит, с большим интересом ждем. В каждом национальном проекте есть и муниципальные составляющие, и не менее масштабные планы, уже разработаны на 2021 год. По 9 национальным проектам Самара должна выполнить 39 показателей. Олег Зверев, Николай Епифанов. События.